В Сургутском приступили к сбору урожая садовой земляники. Уже сейчас эту ягоду, пользующуюся большим спросом у населения, можно купить в фирменных магазинах Яфа. Предприятие выращивает землянику в Сергиевском и Кошкинском районах. И с каждым годом ее плантации увеличиваются, а урожайность растет. В этом году сбор земляники стартовал на неделю раньше, в связи с погодными условиями, аномальным нашим маем. Чему мы рады? Земляника поспела, она очень вкусная. Еще раз повторюсь, очень экологично, потому что она выращивается именно в нашем регионе, где нет столько много патогенов и вредителей и болезней. В этом году садоводы планируют собрать не менее 165 тонн земляники. На сегодняшний день собрано более 13 тонн, но плодово-ягодному хозяйству, как и прежде, требуются работники. Пора уборки урожая в Сургутском самая горячая. Всех приглашаем к нам, очень рады видеть. Приглашаем же людей, которые у нас и работали, студентов. Пусть посмотрят на плоды своих рук, как они весной открывали эту землянику, как ухаживали за ней. Большая благодарность и студентам нашего техникума, и студентам аграрного института. К счастью, граждане охотно откликнулись на призыв специалистов Сургутского. Ежедневно на сборе ягоды трудятся более 40 человек. Стоит отметить, что график работы для каждого из них, как и было обещано, подбирается индивидуально. Здесь и сборщики, и грузчики, и бригадиры, и агрономы. Все вместе трудимся пока сейчас на этих больших плантациях. Первые собирают скороспелый и, по мнению садоводов, один из самых вкусных сортов брилла итальянской селекции. Вслед за ней поспевает Азия, Джоли, Клери, Летиция и другие сорта, отличающиеся высокой урожайностью, устойчивостью к заморозкам и болезням. Топовыми сортами все-таки мы выбрали два сорта. Это Азия и Брила. Если вы поближе посмотрите, вы увидите потенциал этой ягоды, насколько она урожайная, а самое главное и вкусная. Нововведением этого года стали индивидуальные упаковки для ягоды, разработанные специалистами Яфа. Они не только удобные и эстетичные, но и безопасные для окружающей среды. В Яфа-садах всегда заботятся об экологичности, поэтому в этом году мы разработали новую упаковку, предлагаем. Она не только экологична, она еще и удобна для покупателей. Ягода хорошо хранится, целая. Видите, нету ни одного надавливания, и она очень в хорошем виде сохраняется и доходит до наших потребителей. Как упомянули работники компании, площади ягодников ежегодно увеличиваются. В этом году, например, в Сергиевских садах заложено еще 2,3 гектара земляники садовой, в Кошкинских – 0,6 гектаров. Закладку делали сортом брилла и итальянского сорта. Почему выбор пал именно на этот сорт? Этот сорт у нас очень зимостойкий, очень ранний, как мы сейчас убедили, что этот сорт дает самый ранний урожай. По вкусовым качествам отличный, по зимостойкости зимостойкий и транспортабельный сорт. Самый главный – вкусный. Как показывает практика, новые ягодные плантации очень скоро начнут плодоносить благодаря современным технологиям, включающим капельный полив и тщательную работу по уходу за растениями. Сбор земляники по традиции завершается в начале июля, а затем придет черед смородины, которую садоводы называют «черным жемчугом». Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».